Снова всем привет, ребят. Опять очередные посылочки из Китая идут. Я за компанию, я не сомневаюсь, что будет кому-то интересно, но все равно их показываю, чтобы все увидели, что вдруг попадутся такие люди, что будет интересно. Если не ошибаюсь, это стекло к телефону Dugi X7 Pro должно быть. И пример китайской экономии, где сэкономили абсолютно на упаковке, во-первых, и во-вторых, на всем остальном. Но стеклышко есть, и что, в принципе, покупалось за где-то цена около $2, и что, в принципе, я считаю, что стоимость неплохая. Самое главное, что целенькое, на удивление, что пришло, я, честно говоря, думал, с такой хреновой упаковкой, то, ну что, и не довезут его. Но, слава богу, есть оно. И целое. И закрываю его, ребят, сразу. И самая интересная посылочка. Куплял за $26, если не ошибаюсь. Офигенно упаковано. Действительно все классно. И попробуем вскрыть. Аккуратненько. Ну, что вдруг кому-то будет интересно. Я снимаю на камеру Xiaomi Redmi 4X. Просто для примера, чтобы кто увидел, как снимает и видео, и камера. Ну, что вдруг, что все интересуются, иногда там бывает. Ну, что для улицы, то такое. А получается, а вживую, ну, пример, все равно поинтересней, я так думаю, будет. Открываем. Ну, китайцы, как обычно, сэкономили на упаковке. Но, в принципе, я и сам, если честно, сэкономил, чтобы не платить за упаковку. Вот, если не ошибаюсь, еще $3 за коробку надо было заплатить. И считаю, что впустую деньги выкидать — это глупо. Самое главное, чтобы оказались, ну, классные. Оказались классные эти уши. Так, что у нас есть? Еще пицца от компании Remax идет. Еще пицца RB95 HB. Ребята, попробуем, давайте их открыть упаковочку как-то. Есть. Открывается, аж просто самое интересное, что у нас тут есть из комплекта, во-первых. Оказалось, что пимпочка из голограммой. Ну, знаете, что сделано, ну, типа, все круто и фирменно, что видите, что с освещением делается. Вот все-таки, что все рассказывают, что к Xiaomi самые лучшие камеры, но я смотрю чуть-чуть, что глючит с подсветкой. Инструкция идет на китайском, есть и английский язык. Я так думаю, что все в курсе, что это означает и что и куда как. И такая пимпочка, я так думаю, это типа гарантия идет, китайская или не знаю какая. Но и самое главное, это устройство наше. Видите, оказался в комплекте есть кабель USB. Давайте аккуратненько я попробую открыть. Я не знаю, что в телефоне или картинка, но видно, что самый дешевый и самый сэкономили, скажем, здесь. Еще у нас есть в комплекте, я так думаю, это, ребята, идет 3.5 джек для ушей. Опять же таки, по качеству. Не, ну здесь уже чуть-чуть оказался поинтересней, и смотрится все красиво и аккуратненько. Ну, скажем так, я так думаю, на четверочку, но для наушников за $30, то я считаю, что уже бы впихнули что-нибудь поинтереснее. Я покупал за $11, и шикарный шнур был. И сами уши. Еще видите, еще пишется, что упаковка My Dear и один, по-моему, хрен его знает, что написано. Так, и сами уши. Ребята, что куплял, что беленькие. Смотрятся, ну, что первое впечатление офигенно просто. Что здесь, что сделано типа кожа. Здесь пишется My Music World. Мой музыкальный мир. Что где-то впогнулось немножко. Здесь подушечки оказались, ну, типа, комфортные и мягкие. Шнурки идут. Так, если захотели, чуть-чуть, что удлиняется. Есть. Опять же таки удлиняется. Сюда, что у нас есть? Что кнопочки, что громкости, что плюс-минус, и кнопочка включения, и 3.5 джек идет. Здесь, я так понял, оказался USB микрофон. Я так думаю, вы увидите, что учитывающий, что хреновая, ну, что камера, но все равно. И попробуем еще включить его, что вдруг еще включится. Я не знаю, где-то будет какой-то индикатор или что. Или светится где-то. Но первое же впечатление, ну, ребят, ага, что включил их, смотрится офигенно. Что действительно, все-таки на ту стоимость вполне все адекватно. Что на испытании у меня телефон Meizu M5 Note, пока то я уже и попутно покажу вам его, что у нас есть. Смотрите, что видите, что светится
цветами. Красивенько. ЕС 195. И подключаем. Так, я включил? Или что? Что случилось? Аж самому интересно, что не так. Есть информация. Включаете на профили. Я так думаю, вы видите, ребят. Раз и два. Сейчас включаем. И попробуем. Давайте включить звук. Что вдруг окажется кому-то интересно. У меня, в принципе, есть чуть-чуть что послушать. Немножко. И звук. Громкость. Так, я так думаю, я не знаю, вы увидите. Так, и картинку, и звук. Ну, тихо, ребят. Давайте одну секунду на уши. Опять на телефон. Ну, скажу вам, ребята, какой здесь офигенный звук. Что все-таки действительно на $30 они того стоят, реально. И что пуск, ну что белые, но я себе думаю, я их в перспективе оставлю их для себя, что реально звук, что бомба вообще. Что первое впечатление, я не знаю, или это от телефона, что Meizu идет звук, что по Bluetooth, или что. Но звук еще реально супер. И, ну, типа, я рекомендую, что в покупке, что кто, ну, кто думал, что купить акустику терпимую и за нормальную стоимость, то, в принципе, ну, штука вообще интересная, и звучание вообще бомба вообще. Вот и все, ребята, всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!